Привет, друзья! Вы на канале Мастер Новатор. В этом видео хочу показать, как вытащить шар из шарового крана. Изначально это видео планировалось о том, как восстановить шаровый кран. Но когда я начал его разбирать, корпус крана лопнул на две части. Мне не удалось открутить гайку от корпуса. Произошел вот такой слом корпуса. Теперь восстановить его не удастся, но при всем при том, я думаю, что сам шар этого шарового крана мне еще пригодится. Я его очищу и, возможно, буду использовать при восстановлении какого-либо другого шарового крана. Итак, значит, показываю, как вытащить шар из шарового крана. Первым делом откручиваем прижимную гайку. Прижимную гайку штока. Убираем ее. Далее берем, собственно, ну, можно даже руками, можно ключом, выворачиваем шар, ну, лучше ключиком, выворачиваем шар таким образом, чтобы, вот обратите внимание, вырез сверху, чтобы он смотрел на нас. Не в глубину, а вот в эту сторону. Далее берем любой предмет и просто выталкиваем. Оп, все. Таким образом шар выходит наружу. Ну вот мой шар весь в налете, в отложениях. Но это все отлично зачищается. Я его, во-первых, кипну с добавлением лимонной кислоты. Большая часть налета уйдет. Ну и немножко шлифану. В общем, я думаю, он будет у меня как новенький. Так, далее сам шток. Сам шток просто выдавливается внутрь. И вот таким образом достается. Вот, шток тоже можно почистить. С ним все в порядке. С ним все в порядке. Он абсолютно жизнеспособный. Его можно будет тоже использовать. Собственно, единственное, что здесь пришло в негодность, это сам корпус.